основные отбивы саперной лопаты. Отбив с пехотной лопаткой влево с последующим нанесением удара наотмашь в область лица. Отбив и атака. Защита от укола автоматом может выполняться и по другой схеме. Ладонью уходим, делая шаг встречный с последующим мощным шагом с нанесением удара лопаты сверху. Отбив с пехотной лопаткой снизу с последующим нанесением удара в область лица или шеи. Тот же самый защита от укола снизу, только с уходом в другую сторону. Ладонь сопровождает и наносит шагом сильный удар пехотной лопаткой в область шеи или лица. Защита от удара прикладом сбоку. Сопровождаем приклад и наносим встречный сильный удар с шагом. Тычковый причем удар с шагом вперед.